Есть такая хитрость, когда не хватает времени выучить, например, текст песни. А ты его записал в студии, а у тебя через 15 минут там эфир. Соответственно, ты в студии читала по тексту, записывала, а входя в кадр, ты не можешь. Ты ставишь плотно микрофончик и произносишь некие волшебные слова. Что говорить, когда некогда... А что говорить, когда нечего говорить? Что говорить, когда нечего говорить? Что-нибудь такое. В общем, должна быть какая-то артикуляция. Иногда это срабатывает. Но желательно, конечно, слова учить.